Продовжимо наш ефір. Як і обіцяли, будемо спілкуватися з театральними гостями. Сьогодні зранку до нас завітали Ірина Зільберман, режисер, і Вадим Головко, актор Українського театру в Одесі. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, моє традиційне питання. Нормально, чи нормально для вас прокидатися настільки рано? Чи це нормальна година, нормальний час? Для мене це не нормально. Я то говорила, що 9 утра для мене це ще пізня ніч. Но за неділю до прем'єри я просипаюсь в 6 утра без будильника. Тому що це напружений якийсь графік? Чи? Ні, це не графік, це емоції. Емоції. Да. Ну, ще пака емоції, тому що прем'єра, ми будемо говорити, до речі, про прем'єру дитячої вистави «Дюймовочка». Прем'єра від будуться 1 червня, і потім будуть прем'єрні покази 2, 4, 5 та 16 червня. Тож ми зараз поговоримо докладніше про виставу, і ви зрозумієте, чому так багато прем'єрних днів, тому що це буде грандіозне видовище. Як ви дійшли до того, що потрібно зробити ось таку виставу «Дюймовочка»? Ну, в принципі, це класика, так? Це класика. Це буде якийсь інший погляд? Это будет немножко другой взгляд. А я себе позволила немножко переделать сказку Андерсена. А меня смутило в сказке Андерсена, во-первых, то, что он потерял маму, которая так хотела родить эту девочку, и так хотела ребенка, а девочка потом выскакивает, убегает, и Андерсен больше про маму не вспоминает. Я не знаю, это либо европейское отношение к воспитанию детей, либо некий мужской шовинизм, может быть. Но меня вот эта история не устроила. Поэтому мама в нашей сказке все время ищет свою девочку. И девочка находится и возвращается к маме. Но возвращается уже со всеми своими друзьями, со своим другом, которого она встретила. То есть к маме в Прыме — это наша история, не европейская. Зрозуміло. А кроме того, в нашей сказке Дюймовочка, вот видите, она вот на афишу у вас видна, она родилась вот из такого зернышка, из такого вот добра, полита маминой любовью. И родился такой вот лучик солнечный, который при встрече со всеми героями, ну, в нашей сказке все герои, которые встречаются, имеют свои некоторые недостатки. Я не говорю какие-то грехи, недостатки, как дела. Но, встречаясь с Дюймовочкой, они все становятся лучше. Это помогает им избавиться от своих разных недостатков. От лени, от хулиганства, от зависти, от жадности. Отак. Зрозуміло. Об этом наша сказка. Так, а дитяча вистава, дитяча сказка, дорослі задіяні чи є діти у складі трупу? А у нас главная героиня – девочка 10 лет. Де вона з'явилася в українському театрі? В українському театрі, при українському театрі є дитяча студія, ну, з якою працює український театр. І от у нас дві виконавчиці цієї ролі – це обе ученицы этой студии театральной. Ну, и они прекрасно, по-моему, справляются. Конечно, им помогают взрослые актеры. Они как будто бы вот выносят эту девочку и держат ее. Вот. Ну, в результате я очень довольна тем, как выросли эти девочки за эти 2 месяца репетиции, как они стали работать. Всі остальні – взрослі артисти, артисти театру. Ну, до Вадима зараз у нас буде питання. Я хотів до вас ще одне питання поставити вам. Це перший досвід роботи з дітьми, чи він у вас вже був? Ні, у мене був опит роботи з дітьми. Я робила новогодні сказки, і в яких іноді задіяні діти. Немного. Тому що це все одно професіональні спектаклі. Але іноді з дітьми я працювала, так що це не перший опит. Для дівчаток це надзвичайне навантаження. Як взагалі ви змогли акумулювати і свої сили, і дитячі, і акторів для того, щоб цю всю роботу величезно зробити? Тому що постанова дитячих спектаклів, вона частіше буває навіть складнішою. Безспорно. И к ней надо очень честно относиться, потому что детей нельзя обмануть, они... То есть ты потеряешь ребенка в зале, когда он перестанет верить в тебя.
Значит, на девочек невероятная нагрузка, просто невероятная. Как они этим справляются, с этим, это поразительно. При том, что они работают, ну, репетируют и работают больше, чем взрослые актеры. Во-первых, они... То есть это главная роль, это сквозная роль, она проходит через весь спектакль. Нет ни одной практически сцены, где бы она не была задействована. Но сила воли, желания и трудолюбие просто, ну, превзошло все, как бы, ожидания. Девочки работают, ну, невероятно. И я понимаю, насколько это трудно, но не справляются там, где взрослые актеры говорят: мы устали, а девочки нет. Вы, Вадим, казали такую фразу: я устал. Я ухожу, да? Майже, до завтра. Я вот хотел сказать об этом тоже, что мы стараемся, естественно, помогать девочкам в этом процессе. И я буквально несколько репетиций назад заметил такую вещь, очень для меня такую трепетную, что девочки... думают о том, что происходит. И в этом большом процессе они иногда в силу возраста, в силу опыта, да, которого еще мало, они сдаются, и у них появляются слезки, они понимают, что очень много людей вокруг, и им нужно сейчас очень много всего делать, на них все кричат, ну, это я образно, и они понимают, что нужно сейчас собраться. Вокруг есть очень много людей, которые сейчас занимаются своим делом. Службы, режиссер, партнеры. И они делают вот так, вытирают все, слезы, и идут вперед. И мне кажется, что это для них очень такой классный, важный момент. Это именно досвид. Да, да. Для майбутнего. Да, и просто в жизни, да, не обязательно для театра, вот именно момент собраться и идти. Вот они понимают, что у них не получается, их за это ругают, но они собираются, идут вперед, и это очень... Справжні бійці. Да, да, да. Бойцовські качества вони проявили потрясаючі. Да. Ну, я впевнений, що ми 1 червня це побачимо, дійсно, і який результат буде цих репетицій. А ви виконавець ролі каскаря. Каскаря, так. Ви з'являєтесь на сцені, чи це голос поза кадром, який розповідає? Ні, з'являюсь на сцені. З самого початку, да, я, от у мене така роль, человека такого, который это все начинает, рассказывает. Я говорю в самом начале, что я вот решил вам поведать всем детям, взрослым, кто в зале, поведать сказку великого датского письменника, справжнего чарівника, как я говорю, да, Ганса Христиана Андерсена. Вот и веду эту всю сказку, как бы, параллельно. На самом деле, да, это события. Роль ведущего, который помогает, вот как бы, следить за этим, за это... Тримає да, за действием. Глядача. Да, да. Да, да. Да. Так, а глядач, якого глядача вы чекаете в первую чергу? Це повинні бути діти, чи це і дорослі? Я очень надеюсь, что придут дети с папами и мамами. Діти приведуть дорослих, да, да. Ви бачите, казали. И много посылов для взрослых, для родителей. Я очень надеюсь, что родителям эта сказка тоже понравится. Она добрая. Она, ну, я не люблю этого слова даже, то есть говорить, что она воспитывает. Но мне кажется, что ребенок и его папа, и мама выйдут после спектакля немножечко тоже, став чуть-чуть лучше. То есть сказка об этом. Меня когда-то какой-то ребенок спросил, а вот в сказке всегда же добро побеждает зло. Вот у нас в сказке нету плохих персонажей, ну, нету вот отрицательных героев. И он говорит, а как же, вот почему вот тут вот нету вот борьбы, почему вот это добро не побеждает в конце? И я тогда сказала, что самая главная победа на самом деле – это победа над собой. И победить в себе какие-то свои дурные качества иногда бывает, это то, с чем мы сталкиваемся всегда, нам не всегда приходится бороться со злодеями. А вот бороться со своими недостатками нам приходится всю нашу жизнь. И здесь именно это добро внутри побеждает вот то, что иногда мешает нам жить. И мешает достигать наших каких-то целей, задач и так далее. Так что здесь это
вот об этом и борьба вот такая. Да, даже, простите, я даже обращаюсь ко взрослым в зале с самого начала и говорю о том, что мы, хоть мы и такие все взрослые, у нас уже все монументально в жизни, но мы все тоже были детьми когда-то и тоже верили в сказки. Были похожи все на сказочных героїв. Яке круте філософське підґрунтя, яке заставить подумати і дорослих, і дітей. Це надзвичайно важливо. Це не пусті дві години часу, це те, що залишить, можливо, в мізках хоч щось, хоч деякі думки. Це надзвичайно важливо. Якщо можна, я ще скажу о спектаклі, ну, от о тому дійстві, яке буде. Это музыкальная сказка. То есть это ни в коем случае мы не позиционируем как мюзикл, но это музыкальная сказка, где у каждого героя есть своя песенка, где все поют. И музыку к этой сказке написала замечательный композитор Виктория Вассалати. Вот ее музыка, то есть я очень надеюсь, что дети, выходя со спектакля, будут напевать эти песенки. Они легкие, они вот очень... такие, которые вот как-то сразу ложатся на слух. И думаю, дети это будут с удовольствием петь. Я очень благодарна Виктории за музыку, которую она написала. Ну, враховуючи, як діти все хапають просто в польоті, в повітрі, я принаймні можу дивитися і роблю такі висновки, дивлячись на свою доньку, яка наспівує просто все. До речі, треба піти обов'язково, знайти час і піти з донькою до Українського театру на прем'єру вистави «Дюймовочка». А на щастя, багато є дат, на які можна, в які це можна зробити. В мене таке питання. Ось, ну, буде прем'єра 1 червня, це вже за декілька днів, це найближча субота. Ви режисер, запрошений до Українського театру в Одесі. Ви працюєте в Києві. А в якому театрі ви працюєте в Києві? Я працюю з різними театрами. І у мене є свій інтерпризний театр. Я багато працюю як продюсер і режисер в своїй інтерпризі. І в мене таке ще, ну, мабуть, останнє питання. Буде прем'єра. Чи, може, є якісь плани на подальшу співпрацю з Українським театром? Зокрема, може, якісь дитячі вистави будуть? Знаєте, говорять, що якщо ви хочете посмішити Бога, поділіться своїми планами. Це невірно. Я з удовольствием працювала в цьому театрі, з удовольствием працювала з артистами театру. И то есть совершенно не исключено, что это не последняя наша работа, но пока о планах мы говорить не будем. Последнее, что я хочу сказать, я не могу не сказать об этом. Я хочу сказать, что если вы придете, вы увидите очень интересное оформление спектакля. И я очень благодарна художнику, с которым мне пришлось я встретилась здесь, в театре, Татьяну Цареву. Она сделала совершенно великолепные вещи. Я считаю, что художник вот такого уровня, то есть этот театр должен только гордиться, когда в театре есть такая Татьяна Царева, которая все это сделала. Вы это увидите, это очень-очень интересно. Зрозуміло. Ну, будемо чекати з нетерпінням прем'єри. Нагадаю, сьогодні ми говорили про прем'єру дитячої вистави «Дюймовочка», яка відбудеться вже 1 червня в Українському театрі в Одесі. До речі, там декілька буде дат, коли можна буде переглянути цей прем'єрний показ цієї вистави. Це 1, 2, 4, 5 та 16 червня. Тож, вирушайте придбати квитки. Їх можна придбати, я так розумію, і в касах театру, і, в принципі, в всіх касах міста. Цих місць багато в нашому місті Одеса. Ну і, кажемо, величезне дякуємо режисеру вистави Ірині Зільберман і актору Вадиму Головко, виконавцю ролі Каскаря. Ось так. Така собі добра назва ролі. Тож я впевнений, що це буде дійсно гарна вистава, це буде дійсно вистава, яка сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Дякуємо ще раз. Будемо чекати, до речі, будемо чекати з анонсами, можливо, інших наступних вистав, або, може, з розповіддю про те, як відбулася ваша прем'єра. Дякуємо.